А вот здесь, вот, да, это уже вот четвертый подъезд яма, да? Ага. Галина Янкина – инвалид первой группы по зрению. Несмотря на это, все ямы и кочки во дворе своего дома знает наизусть. За 49 лет дорогу у пятиэтажки, в которой она проживает, не ремонтировали ни разу. Иду как на автопилоте, да. Ну вот я как-то привыкла, что как-то с мужем. Он идет смело, я иду с ним. Зимой вообще не могу выходить, потому что лед вот снегом присыпано, и ты не знаешь. Вот я иду... Начинаю, ну, я думаю, что так вот иду. Он мне, куда ты лезешь? Идем сюда. Куда сюда? Ну, куда сюда, если я не вижу? Вениамин Михайлович, супруг Галины Алексеевны, тоже инвалид по зрению. Правда, второй группы. В доме номер 33Г по проспекту Энтузиастов в основном живут люди пожилые. Кто-то видит плохо, а другие передвигаются с палочкой. Но серьезные проблемы у жителей пятиэтажной панельки начинаются в непогоду. Дожди, вот как только начинаются, да, то там у нас невозможно. Вот мы сейчас дойдем до одного места, и там получается... И тут лужа, и тут лужа. А как ее обходить, не знаю. Я падала здесь несколько раз. В лужу? В лужу. Все знают, мои соседи, что я хожу, только держусь за заборчик. И есть лужа, нет лужи, я держусь вот за это, потому что я боюсь туда упасть. Вот по весне, когда тает снег, здесь такие лужи, невозможно пройти. Я вот с внуками обходила много раз вокруг дома, чтобы и там вдоль подъезда, чтобы попасть мне в подъезд. Невозможно пройти. Видите, жители как стараются у нас, и цветочки, и все. Но все дорога нам портит. Всю жизнь портит нам. Эту дорогу положили, как сдавали дом. И потом еще раз положили. В тот же год почему-то еще раз добавили асфальтику. И за счет этого вот она продержалась у нас 49 лет. В 17 году документы отдавали в комитет ЖКХ. А в 19-м там произошли какие-то изменения, надо было какие-то дополнения, что-то. Вот они все это сделали. Вот, отдали. Прошло уже 5 лет с момента обещания привести дорогу в надлежащее состояние. Но так до сих пор ее не отремонтировали. Как говорят сами жители, у них у всех одна общая мечта, чтобы их дорога была без ям. Мы не знаем, как бороться уже с этим. У нас нет дороги. Но если бы мы просто ходили, ну мы действительно плохо видящие. Ну нам уже по 76, но мы хотим дожить до ровной дороги.